не вважаю його російським. Він як був український, так і залишився українським. Садики строят, школы ремонтируют, мост достроили. Это бардак полнейший сейчас происходит. Там парки вырубают, там сносят. Я как работал врачом, так и работаю. Я сейчас хочу все-таки в суде и на следственном действии доказать свою честную игру. Мы построились до прихода России. Мы здесь уже были. Уже практически исчезли. Ее практически уже нет. Во входной двери зияет дыра. Внутри, похоже, побывали мародеры. Да, он делал конкретно, вообще выполнял журналистскую работу, но это трактуется как работа со спецслужбами.